Всем привет, ребят! Сегодня с вами Николай, и сегодня я бы хотел бы рассказать, как можно добыть кристаллы героев. Первый способ для новичков я посоветовал бы пройти первые обычные подземелья до последнего и дойти до вот этого подземелья, то есть 8.14. Вот, тут дается за пропуск 40 кг. Конечно же, не всегда дается рандомно. Вот, если в месяц вы будете, точнее, как я, проходить в день 3 раза квесты, то есть вы будете пропускать эти подземелья и добывать по 40 кристаллов героев, вы заработаете очень неплохую сумму. Можете посчитать сами. Я не буду подсчитывать, так как не считаю это важным. Я показываю, а вы принимаете решение. Вот, я фармлю на жестоком вот здесь. На последний, то есть 7-10. Тут мне дается 57 кристаллов героев. Вот. И в принципе неплохо опыта. Вот. Что дальше? Это, конечно же, волны. Тут у меня волна Q, и за Q мне дается 75 кристаллов героев. Чем лучше вы прошли волну, тем больше дается кристаллы героев. Вот, тоже как бы в сутки дается 6 попыток, поэтому вы можете набрать неплохую сумму. Дальше. Так, немного увеличу. Это, конечно же, меса. Вот, мес я советую вам качать силу до 4. Так как здесь дается за... первое мес дается нам... Давайте покажу... Нам дается 8 слизней и, как вы видите, 12 пакетов кристаллов героев. То есть 60, нет, даже, то есть это я открыл 2, так, это я открыл, да, 2. Дается 60 кристаллов героев за одну мессу. За второй месс, это, то есть синий сундучок, дается 100 кристаллов героев. Ну и, конечно же, за фиолетовый, самый редкий, дается 200 кристаллов героев. Так что фармите, ребят, это очень выгодно. Что бы еще хотел посоветовать? Вот, у кого есть тыква или купидон, вот, не покупайте карты легендарного героя. Они вам не нужны и незачем. Только если у вас не забит алтарь героями, а также нету тыквы либо купидона. Вот, потому как с карты легендарного героя легче всего выбить тыкву, либо же купидона, а также трианта, если у вас их нет. Вот, что я делаю? Самые выгодные покупки в магазине, то есть, это, конечно же, кристаллы, как вы видите, вот, стоят недорого. Советую покупать подземки, чтобы проходить те же самые квесты. Также тут выпадают различные другие ящички с кристаллами героев, вот. Также покупайте слизни, то есть в месяц у вас накопится очень большая сумма. Так, тот, кто состоит в гильдии. Есть у нас битва за факел. Сегодня это, то есть как бы локация уже была, вот, и за нее вы можете максимум получить 800 кристаллов героев и 10 тысяч ЗП. Вот. Ну и на этом все. Поэтому если я вам чем-то помог, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, вот, и считайте, сколько КГ вы заработали. Всем спасибо, пока!